Вторник загорелся рынок на Некрасовской. Возгорание произошло около 10 часов 30 минут утра. На место оперативно прибыли пожарные расчеты. Люди пытались отогнать припаркованные автомобили. По сообщениям очевидцев, обвалилась крыша строения. Внутри могли взорваться газовые баллоны. Продавцы говорят, что, скорее всего, произошло короткое замыкание. Людей из здания вывели. На место прибыл глава Владивостока Константин Шестаков, а также побывали наши корреспонденты. Прокуратура города Владивостока организовала проверку по факту пожара на рынке на Некрасовской во Владивостоке. В 10:30 в МЧС поступило сообщение о пожаре на продуктовом рынке. По поручению прокурора края Сергея Столярова на место происшествия выехал прокурор города Владивостока Иван Иванов. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. По предварительным данным, пострадавших нет. Прокуратура города Владивостока даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.